Доброго времени суток, мои друзья. И мы снова выживаем за Джейка, да, и в этот раз мы вкинули подношение на альтруизм, поэтому сейчас мы обязательно постараемся поснимать ребят с крюков. А подношение желтое, конечно, жалко не зеленое, но что поделать, я так вот неосмотрительно все уже потратил. Вроде пока все тихо, спокойно. И интересно знать, кто же против нас в этот раз. О, в рифму даже сказал, скиллы, скиллы. Но мы будем осматриваться, потому что вдруг колокольчик или Майкл. Мы такие чиним генератор, никого не трогаем, а эта зараза будет стоять сзади, смотреть на нас и набирать свою стадию. Ни ребят не видно, ни маньяка. Ну что же, это очень хорошо, потому что, ну, никто не помешает нам завести первый генератор. И приближается вот этот вот ивент с двойными бладпоинтами. И мне интересно, все-таки я получу за делик на Хиллбилли, за Мементо Мори, все-таки двойные бладпоинты. Или же мне так и дадут 60 тысяч и скажут, иди ты нафиг. Вообще, на самом деле, меня немножко настораживает вот эта вот тишина, что непонятно, кто против нас играет. А, кто-то уже получил хит. Кто-то уже получил по своей голове. Ну что же, надо быть аккуратнее все-таки. И сейчас мы дочиним генератор и пойдем вот сюда. Оп. О. Где это случилось? А. Ну хорошо, это далеко от нас, значит, мы сможем аккуратненько пройти и попробовать спасти. А, так. У нас еще один товарищ получил хит. Наверное, он решил, как обычно это любят делать выжившие, проявить неаккуратность и подразнить, киллера, пока он несет свою жертву к крюку. Неосмотрительность. Это самый главный враг сюрвов. Надо быть аккуратнее, друзья. Аккуратнее. И ни в коем случае не дразнить парня, у которого в руках оружие. Так, уже спасли. То есть моя помощь там нафиг не нужна. Ну, значит, мы пойдем дальше чинить генераторы. Не знаю, как мой голос будет звучать на записи, но случилось что-то пренеприятнейшее просто. Я лег поспать, проснулся и понял, что я, блин, заболел. Прям под самый Новый год. У меня температура поднялась. Голос мой стал, наверное, ужасен. Но что поделать? Что поделать? Интересно, где же я это подловил? На улице особо не шарился, с людьми особо не контактировал, с работы даже вот ушел месяц назад. Ну, камон, парень, ну что же ты? Ладненько. Мы потихонечку выдвигаемся, все-таки будет жалко, если мы с нашим подношением на альтруизм ничего не сделаем, не спасем никого. Все-таки и халявные бладпоинты, они и в Африке бладпоинты. Хотя я не сказал бы, что это прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну вот и я не сакуратничал. Оп! Камон! На тебе второй раз доской по голове, поганый траппер, что тебе от меня надо? Не трогай меня. Неа, неа, неа. Оп! Все, я побежал дальше, а ты оставайся, я тебя очень прошу. Там, на месте, стой. Нет, не трогай меня, траппер. Ну вот видите как. Хотел спасти парня с крюка, а в итоге сам оказался на крюке. Сэляви, сэляви, друзья мои.
Не знаю, смогу ли я выбраться или не смогу ли я выбраться. Все-таки wiggle wiggle, bitch. Нет, это бесполезно. Только пошумел в микрофон клавиатурой. Я до сих пор, кстати, думаю, как решить эту неприятную ситуацию, что слышно и мою клавиатуру, и мышку в микрофон. Надо как-то подшаманить с нойзгейтом. Ну, все-таки... Мне просто лень, так как я в основном-то по своей жизни занимаюсь музыкой и звуком. Но что-то я совсем обленился, и даже мне лень настроить фильтры. Да, ребята, ну вы зря вот вдвоем-то прям вот так вот. Ну, хотя, в принципе, один отвлечет, второй снимет. Нет, нет, Клодетта, нет, рано! Блин! Ой, я еще и попал в капкан. Ну, елки-палки, как же мне не повезло. Ай. Я так бежал, так хотел смыться, что забыл смотреть под ноги. Ай, неприятная ситуация, когда ты забываешь, что против вас играет траппер, и сейчас придется стучать по пробелу. Опять шуметь в микрофон. Ну вот. Плакало мое подношение, я не знаю, вряд ли меня спасут. И, ну, траппер не уйдет далеко, хотя, может быть, сейчас, пока он возьмет того парня. А, Дарри Рэй, Дарри Мэй, господи, у меня уже язык заплетается. Переживаю, я хотел бы выжить, но... Человек с твича тоже попался. Попался. А меня снимут? Да, господи, спасибо тебе огромное. Да, только... Нет, 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 давай лучше сначала уйдем подальше. Я сам себя выхилю, огромное тебе спасибо, но я разберусь с этим вопросом. Все-таки не зря я запаковал аптечку именно на такой вот случай. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Ты настоящий друг. Ну... Все-таки подношение-то жалко терять. Ребята, давайте вы... Давайте вы займетесь тем, что... Почините еще хотя бы один генератор. А я пойду и попробую спасти все-таки нашу подругу. Дарри Мэй должна жить. Дарри Мэй должна жить. А вот сейчас аккуратно, этот негодяй по-любому тут понаставил всякое свое... Вот это вот. Слушайте, нет, нет. Нам повезло, мы не попали в капкан. Что, тебя полечить? Давай я тебя аптечкой по-быстрому попробую выхилить. Мы с тобой уйдем отсюда. Оп. Господи, ребята, вы такие молодцы. И подношение мое все-таки... Так, я тебя прикрою. Я тебя прикрою. Ага, ага, ага. Давай аккуратненько пройдем. Так, 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 траппер, только не смотри в эту сторону, я тебя очень прошу. Так, я забыл, где ворота. А еще я опять забыл смотреть под ноги. Ах, ну да, конечно. Прям в траву. Ах ты, негодяй, негодяич. Так, так, так. Так, так, так. Надо аккуратненько. Уйди от меня, негодяй. Не трогай меня. Я тебя очень сильно прошу об этом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уходите, все, мне... Мне все. Я героически пал. Но я сделал полезное. Я спас человека. Только не попади, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй. Наед. Жестокий наед.
что же, Мэй. Ты не отчаивайся, ты, главное, не сдавайся ни в коем случае. Мы попробуем все-таки тебя спасти, мы не бросим тебя. Оп, ой-ой-ой-ой-ой. Траппер сейчас пойдет за мной. Нет, не за мной. Так, я не вижу особого смысла сейчас использовать аптечку. Только бы не упасть на капкан. Нет, не падаем. Так, тем временем мы второй раз окупаем подношение. И валим отсюда. Мэй, валим. Как можно, блин, скорее. Это ты зря. Зря шумишь. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему я-то попался? Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет, уходи лучше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот именно, кстати, для этого надо было использовать аптечку. Чтобы, ну, да, сейчас мне прохилиться ее, конечно же, не хватит. Да, да. И он наверняка там ходит. Обязательно. Или поставил там капкан. Да, он ходит там. Он ходит там. Так. Интересно, он увидел меня, нет? Так, нет, не увидел. Наше счастье. Наше счастье, что он не увидел. Мэй, я надеюсь, ты открываешь другую дверь. На всякий случай. Искренне на это надеюсь. А я пока буду окупать подношение. Ай-яй-яй. Сдернулась рука с мышки. Только бы не попасться в капкан, только бы не попасться в капкан. Опа! Давай, братан. Мы будем жить. Еще, может быть, немного, но мы поживем с тобой. Так, только не в капкан, только не в капкан. Это залет. Нет, она погибнет. Она погибнет, а может быть и не погибнет. Я не знаю, он пока ее не несет на крюк. И вот я сейчас наверняка сдохну по этой своей вот причине. Идти на самый рожон, в самый такой момент неподходящий. Он ее ищет. И он ее найдет. Он издевается. Он издевается над ней. Типа, ха-ха, я тебя не вешаю. Я на тебя байчу. О, капкан не поставлен. Отлично. Нам... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну я, парня, отвлек хотя бы. Прости, но мне придется идти к выходу. А может быть и не придется. Я не знаю, слушай, он меня не подпустит так просто. Надо, чтобы кончился наед и ребята помогли. Иначе никак. Иначе никак. Ну, блин. Траппер. Позволь спасти человека, что ты... Такой жестокий-то, а? Так, я тебя потрогал. Все, бежим. Бежим, бежим. Да-да-да-да-да, мы бежим. Да-да-да, Клодет. Мы тебя видим, мы за тобой следуем. Есть. Неужели мы выжили? Только не в капкан, только не в капкан, я очень прошу. Есть, огонь. Не-не-не, давайте лучше у выхода. Давайте вот здесь вот, ага. Вот давайте здесь вот хилиться будем. Вот. Давай тебя, Мэй, полечим. Есть, и мы все ушли. Е-е-е, огонь. Траппер, траппер. А ну-ка, иди сюда, мы помашем тебе задницей. Что толку с твоего наеда? Ну-ка. Эй. Ублюдок вафельный. А ну сюда иди.
Чмо ты, а не киллер. Ладно, давайте не будем все-таки. Кладец, смотри. Нет, давай не будем троллить. Пойдем, пойдем. Давай, свалим отсюда. Все-таки. А, или ты хочешь в люк. Ну ладно, я понял. Кто-то хочет уйти в люк. Мы не будем дразнить этого парня. И мы уходим. Что же, мне эта карта понравилась, потому что мы и выжили, и окупили наши подношения. Я думаю, мы неплохо так подняли бладпоинтов. Да, мы очень даже неплохо подняли бладпоинтов. Почти 3 кристалла. Да, в целях я, конечно, облажался. С генераторами я плохо поработал. Но камон, я на первом месте. Это приятно, это приятно.